Далее хотел бы перейти к новой теме – Имаго Деи, образ Бога. И как вы уже смогли прочитать в своих конспектах, есть три основных вопроса, которые затрагиваются в этой теме. И первый вопрос, наиболее фундаментальный и наиболее трудный, заключается в следующем – а что же такое образ Бога? И второй вопрос – что произошло с образом Бога во время грехопадения, когда Адам согрешил? И третий вопрос – помогает ли образ Бога отличить человека от животных? И если так, то каким образом? Я думаю, на последний вопрос ответить будет не так сложно. Сложнее будет объяснить следующее. Вот когда мы с вами покажем, в чем же заключается образ Божий в человеке, то тогда перед нами встанет вопрос. Хорошо, но в чем тогда ангелы отличаются от нас? Вот что касается этой темы, образа Божьего. Потому что многое, о чем мы говорим, когда говорим об отличиях человека от животных, многое из этого применимо и к ангелам. И многое из этого мы подразумеваем, когда говорим об образе Божьем. Хорошо, мы понимаем, что основной вопрос — это первый, и с него мы и начнем. И я бы хотел вам сказать, что ответить на этот вопрос очень просто, но это не так. И, конечно, на этот счет нет единства среди богословов в истории Церкви. И когда мы с вами рассматриваем библейское откровение, что записано в Библии по этому вопросу, то мы с вами поймем, почему так мало консенсуса среди богословов на этот счет. Потому что тексты Библии очень разнообразны. Большинство из них записано в книге «Бытие». Они поднимают эту тему, но по сути все они говорят, что мужчина и женщина сотворены по образу Божьему. Так они сотворены. Если вы станете искать текст Писания, который как-то бы разъяснил, что имеется в виду, в чем заключается этот образ Божий, то такой текст вы не найдете. Что ж, несколько лет тому назад появилась одна статья, написанная Клайном, и статья эта была напечатана в журнале Tyndale. И в этой статье был поднят вопрос, в чем же заключается образ Божий в человеке. И вот Клайн представил 16 различных точек зрения на этот счет, в чем же состоит этот образ Божий. И вы можете прочитать всю эту статью до конца и так и не понять, какая же точка зрения, по его мнению, считается правильной. Поэтому мы должны понимать, что тема совсем непростая. Но, во-первых, мы можем отметить, что только о людях говорится, что они сотворены по образу Божьему. И вот вы можете прочитать в своих конспектах, а также здесь на слайде, что нет никакого отличия, говоря экзегетически, между образом Бога и подобием Божьим. Эти понятия, по сути, говорят об одном и том же. И если посмотреть на тексты Писания, которые относятся к этой теме, то можно сделать вполне однозначный вывод о том, что эти фразы используются взаимозаменяемо. Хотя есть те, кто пытался с этим поспорить, и об этом вы можете прочитать в начале страницы 53 в своих конспектах. В частности, вот «Владычество человека над землей, господство человека, повеление, которое оставлено человеку, плодитесь и размножайтесь, и владычествуйте на земле». Вот это относится к образу Божьему. И опять же, у нас не так много данных, которые позволили бы нам сказать, что не в этом заключается образ Божий. И здесь я уже перескакиваю на 55-ю страницу ваших конспектов. А вот внизу 52-й страницы
вы можете прочитать одно замечание, или лучше сказать, один комментарий, согласно которому образ Божий распространяется и на тело человека. И сам Кальвин так считал. Однако лично я не нахожу этот довод весьма убедительным, потому что лично мне трудно понять, как может в этом заключаться образ Божий в человеке, в то время как у Бога нет тела. Итак, что же на самом деле мы можем включить в понятие «образ Божий в человеке»? И как вы уже можете понять, что то, о чем мы с вами будем сейчас говорить, мы будем говорить на основании умозаключений, на основании логических выводов. Так как Писание не объясняет нам, в чем же заключается этот образ Божий в человеке, нам ничего другого не остается. И вот слово «образ Божий», следует понимать ли это буквально, то тогда мы должны прийти к выводу, и если слово «подобие» также следует понимать буквально, то тогда нам следует считать, что то, что относится к Богу, также должно относиться и к нам, и наоборот. Но если пойти вот таким путем, мы должны осознавать, что мы выходим за рамки того, что говорит Писание, что оно учит по поводу того, что же включается в понятие образа Божьего. Или, быть может, нам вообще ничего не стоит говорить на этот счет. Но мне кажется, что тема очень важная, поэтому что-то надо сказать. И в то же время мы должны быть осторожны, чтобы не сказать слишком много и не быть чересчур догматичными на этот счет, так как Писание говорит очень мало. Но вот вы видите на страницах 52 своих конспектов и на странице 53, что обсуждение по этой теме разделяется на несколько категорий. Во-первых, представляется, что есть рациональный аспект образа Божьего, и этот аспект включает самосознание, осознание самого себя как отдельного существа. И очень трудно доказать, что животные на это способны. Я не знаю, пробовали ли вы когда-либо это или нет, но вот если у вас есть собака или кошка, и вы поместите перед этой собакой или перед этой кошкой зеркало, и проследите, как себя эта собака или кошка поведет, то вы можете убедиться в истинности моих слов. Конечно, это не стопроцентное доказательство того, что животные лишены самосознания. Но тем не менее, да, у нас была собака, и я проделывал этот эксперимент. Я ставил перед собакой зеркало, так, чтобы она увидела свое отражение в этом зеркале. И вот если я отражался также в этом зеркале, то неминуемо эта собака находила мое изображение и смотрела на него. Если я отходил в сторону, так, что все, что она могла видеть, это только свое изображение, то практически сразу собаку начинала смотреть по сторонам и ходила в сторону. Она не понимала того, что происходит. Я думал, что собака начнет нападать на свое отражение, но моя собака была миролюбивой. Но, тем не менее, очень трудно предположить, что собака способна осмысливать свое собственное существование как отдельного существа, независимого от всего другого. Есть еще один момент — самоопределение. И, по сути, этот термин означает то, что человек свободен в принятии решений. Человек может сам определять свой путь. И, конечно, есть различные понимания свободной воли человека. И сейчас мы не будем углубляться в эту тему. В курсе «Теология 1» эта тема подробно разобрана, и мы вновь коснемся этой темы, когда будем говорить о доктрине о спасении, особенно об избрании, как эта доктрина согласуется с доктриной свободной воли человека. Но мне кажется, что самоопределение человека или свободная воля —
это то, что в какой-то степени отличает нас от ангелов. И дело не в том, что ангелы никогда не обладали свободной волей. Хотя мы понимаем, что было время, давно-давно, и об этом мы читаем в Писании, что сатана восстал против Бога и увлек за собой какую-то часть ангелов. И Писание не говорит нам о том, что, встав на этот путь, они могут раскаяться, поменять свое мнение и вернуться обратно. Но, с другой стороны, та группа ангелов, которая не пошла вслед за сатаной, согласно убеждениям богословов, утвердилась в своей праведности, и поэтому представляется, что у них нет свободы теперь восстать. Поэтому самоопределение представляется чем-то уникальным, что относится только к людям. Причем это характеризует всю их жизнь здесь, на земле. Что ж, есть еще один пункт, который следует упомянуть. Это способность мыслить. Человека отличает речь. Он использует слова. И в своих конспектах вы можете прочитать цитату Генри, которая взята из его трудов. Вот этот ученый пришел к заключению, что мы отличаемся от животных тем, что можем говорить друг с другом, что у нас есть речевой аппарат. Конечно, это не означает, что животные никак не могут общаться друг с другом, но тем не менее их общение далеко до уровня человеческого общения. Итак, это то, что можно сказать по отношению рационального аспекта образа Божьего в человеке. Но также есть и нравственный аспект. Этот аспект включает сознание. Человек способен делать нравственные суждения, нравственные выводы, осмысливать свое поведение. И даже падшие люди имеют совесть. И Писание говорит нам о том, что часто люди игнорируют голос совести, заглушают его, заглушают ту истину, которую они видят в этом мире, видят в Писании, видят в своем собственном существе, но тем не менее они обладают совестью. Также в человеке присутствует врожденное понимание, что есть добро, а что есть зло, или какое-то понимание нравственного закона. И объяснение этого вы можете прочитать внизу страницы 53 своих конспектов. И мы не говорим о том, что закон одинаков в любой культуре. В каждой культуре есть одинаковые запреты и нравственные правила. Мы говорим о том, что каждый человек, как представляется, обладает неким врожденным представлением о том, что что-то есть правильно, а что-то неправильно. Даже если мы не всегда соглашаемся по поводу того, что есть правильно, а что неправильно в каждом конкретном случае. И также есть еще духовный аспект. И этот аспект подчеркивает наши взаимоотношения с Богом, и он включает в себя несколько важных моментов. Во-первых, это истинное познание о Боге. И здесь мы не говорим о том, что Адам, когда был сотворен Богом, он был сотворен всеведущим. Понятно, что это не так. И хотя на тот момент грех еще не вошел в этот мир, это не означает, что Адам знал все или мог знать все. Он все еще был ограниченным человеком, ограниченным творением. Но то познание о Боге, которым он обладал, было истинным, несмотря на то, что это познание не было всеобъемлющим. Еще стоит упомянуть такой момент. Это то, что называется первородной праведностью творения. И это применимо как к Адаму, так и к Еве до их грехопадения. Будучи сотворенными, и вот поэтому здесь упоминается слово «первородный», будучи сотворенными, Адам и Ева могли предстоять перед Богом
и имеют правильные взаимоотношения. Это не означает, что они устояли во всех искушениях, но скорее это означает то, что они не сделали ничего неправильного. То есть сотворены они были нравственно чистыми. Их природа не была поврежденной, в ней не было каких-либо изъянов, потому что они не сделали ничего неправильного. Они еще не сделали ничего правильного, когда были сотворены, но они и не сделали ничего неправильного, поэтому не были в чем-либо виновными. И мы можем сказать о том, что вот это первородное праведность творения включает несколько моментов. Во-первых, это то, что люди были невиновны перед Богом, когда были сотворены. Как Адам, так и Ева не были виновны перед Богом, когда были сотворены. Кроме того, присутствовала врожденная склонность к выбору того, что есть добро, несмотря на то, что присутствовала и способность делать зло. Я думаю, мы с этим все согласимся. И чем больше мы следуем за Христом, чем больше мы подражаем Ему, тем проще становится поступать правильно и преодолевать искушения. И чем чаще мы проявляем непослушание Божьему Слову, тем проще становится не послушаться вновь, опять проигнорировать Его Слово. И при этом склонность делать зло растет, а склонность делать добро подавляется. И прежде чем Адам и Ева совершили первый грех, они не были виновны перед Богом. И хотя они и могли поступить нечестиво, тем не менее они обладали врожденной способностью поступать праведно. Конечно, следует добавить, что это не сохранило их от греха. Что ж, некоторые богословы добавляют и говорят, что к имаго Деи, к образу Божьему в человеке, относится и бессмертие человека. Хотя в Писании мы не находим подтверждения тому, что животные продолжают существовать после своей физической смерти. Хотя я понимаю, что кому-то трудно это принять, особенно тем, у кого есть любимые питомцы, и было бы здорово вновь их встретить на небесах. Но Писание нам об этом ничего не говорит. Что ж, прежде чем мы перейдем к обсуждению написанного на странице 55 ваших конспектов о последствиях грехопадения, позвольте мне попросить вас задать вопросы или высказать замечания по поводу того, что мы с вами только что обсудили. И вот касается всего того, что мы с вами перечислили, вы не найдете стих в Писании, который бы подробно все это объяснял. Нам приходится приходить ко всему этому путем косвенных умозаключений. Мы читаем, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, но подробно в Писании нигде не объясняется, что это означает. В чем же этот образ и в чем же это подобие? И также в Писании мы не находим стиха, который помог бы нам понять, в какой момент мы становимся образом Божьим. В момент ли зачатия? Или в тот момент, когда в утробе матери у младенца начинает биться сердце? Или когда младенец в утробе начинает двигаться? Или когда ребенок рождается и начинает жить самостоятельно? В Писании мы не найдем ничего, чтобы помогло нам ответить на эти вопросы. Хотя нам бы очень хотелось. Да, пожалуйста. Все говорят об имаго Деи. У меня есть вопрос, основанный на том, что записано в книге Екклесиаста. Эта книга носит философский характер, но как бы там ни было, это Слово Божье. И вот в третьей главе книги Екклесиаста со стиха 18 по 21 мы читаем: «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих,
чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. 19. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. И 20 стих. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Что вы скажете по этому поводу? Что ж, чтобы понять, о чем здесь говорится, надо внимательно смотреться в этот текст. Основная мысль автора в том, что животные умирают, и люди точно так же умирают. Но это единственное сходство, на которое указывает здесь автор. Он не говорит о том, что во всем остальном люди и животные схожи. И также вспомните основную идею книги «Экклесиаста». Есть одна фраза, которая повторяется в книге вновь и вновь. И это фраза «под солнцем». И автор подразумевает, что все, что истинно под солнцем, вот это и есть реальность. Это реальность, отдельная от Бога и от Его взаимодействия с этим миром. Мы рассматриваем естественный порядок вещей под солнцем. И вот что делает здесь автор? Он пишет с этой перспективы. Он рассматривает естественный, природный порядок вещей. И он заключает: все суетно, все бессмысленно. И каково преимущество быть человеком, а не, скажем, животным, потому что как животное умирает, так и человек проживет какое-то время, а потом он умрет. И заметьте, автор книги «Экклесиаст» не говорит о том, что бессмертие человеческой души невозможно. Да, он и не говорит о том, что это невозможно для животных, чтобы их душа жила бессмертно. Поэтому на основании этого текста мы вообще ничего не можем заключить на этот счет. Поэтому лучшее, что мы можем с вами сделать, это признать, что перед нами один из тех текстов, в которых говорится о том, вот посмотрите, мы читаем с 16 стиха, «Еще я видел под солнцем». Поэтому все прочитанное нами следует понимать как описание природного порядка, натуралистического порядка в этом мире, отдельно от бытия Бога. И если это все, что человек видит, и при этом не имеет взаимоотношений с Творцом, то тогда действительно все представляется бессмысленным, и нет никакого преимущества быть человеком, а не, скажем, животным. И если мы понимаем, в каком ключе пишет автор, то многое становится нам понятным. Вот посмотрите, он подкрепляет свой аргумент, говоря, человек умирает точно так же, как и животное. Если вы думаете, что лучше быть человеком, чем животным, то в чем смерть ждет всех? И этого избежать никому не удастся. Но это не означает, что автор утверждает, что нет никаких различий между животным и человеком. Спасибо, хороший вопрос. Очень уместный. Я думаю, что очень важно, как вы и предположили, чтобы мы понимали, о чем же идет речь в книге «Экклесиаст». Потому что если мы упускаем из виду основную линию этой книги, если мы не понимаем, что перед нами описание того, что происходит под солнцем в природном мире, вдали от Бога, если мы не осознаем, что основная мысль автора — показать бессмысленность жизни без Бога, то нам многое будет казаться непонятным. Вот посмотрите, концовка книги. Смысл жизни только лишь в том, чтобы иметь взаимоотношения с Творцом. Все остальное, и книга «Экклесиаста» предельно откровенна. Суета, сует, и томление духа. Автор показывает нам это очень ясно. И вот, понимая, что автор желает, чтобы мы осознали это, чтобы не жить такой жизнью,
не следовать такому пути, но вместо этого искать взаимоотношения с Творцом, с Богом, вот тогда мы понимаем многое записанное в этой книге. Но если вырывать тексты из контекста, то многое можно увидеть в искаженном свете. И можно прийти к неверным выводам, что неужели автор библейской книги думает таким образом, что люди не отличаются от животных? Конечно, он так не считает. Что ж, хороший вопрос. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Вот эта тема образа Божьего в человеке для меня представляется очень интересной. Я изучала термины, которые используются в Библии по этой теме, и обнаружила, что значение образа Божьего очень тесно связано с повелением владычествовать в этом мире над Божьим творением. И к такому выводу я пришла только тогда, когда стала вникать в то, что там написано. Раньше я считала так. Образ Божий в человеке проявляется в способности мыслить так, как мыслит Бог, и что человек обладает коммуникативными способностями. Для меня это открытие показалось очень интересным, особенно когда я осознала, что Бог, в отличие от нас, не имеет тела. И поэтому, когда мы говорим, что мы созданы по образу Божьему, дело совсем не в том, что мы обладаем телом. Да, вы совершенно правы. И все становится еще сложнее, если посмотреть на тексты, записанные в Новом Завете, в которых говорится о том, что Иисус Христос есть точный образ Божий. И мы понимаем, что речь идет о воплотившемся Иисусе Христе. Поэтому вопрос вот в чем. Как тогда физическое тело, а физическое тело было частью человеческой природы Иисуса Христа, вот какое место это тело занимает в образе Божьем? И, быть может, именно такие вопросы вынуждали богословов в прошлом делать заключение и говорить о том, что образ Божий распространяется и на тело человека. И как вы могли прочитать уже в своих конспектах, Кальвин так считал, хотя он не пытался подробно объяснить, в чем именно это подобие, как тело может быть образом Божьим. Возможно, его аргумент строился таким образом, что так как Бог сотворил нас целиком и сотворил нас образом Своим, то тогда получается, что все, что Бог сотворил, оно является образом Божьим, включая и тело. И совсем непросто, как вы уже сказали, понять, как физические характеристики человеческого тела могут быть образом Божьим, особенно после того, как вы изучите, что же означают еврейские и греческие слова «образ» и «подобие». И вот если посмотреть слово «образ» на греческом, и понятно, что мы говорим о Христе как об образе Божьем, то, если я правильно помню, этот термин использовался для обозначения изображений на монете. То есть изображение на монете было подобием императора. То есть, когда изготавливались монеты в Римской империи, они назывались динариями, вот на эти монеты наносилось изображение императора. И монеты выливались в особых формах, и таким образом лицо на монете соответствовало лицу на форме. Поэтому и было это соответствие. Все, что было на форме, появлялось и на монете. И вот именно такой термин используется, когда речь идет о Христе, как об образе Божьем. И, конечно, мы должны с вами быть осторожны и не понимать это совершенно буквально, потому что природа формы и природа монеты не идентичны, а природа Христа идентична природе Бога. Но если вы поймете эту метафору, поймете, как выплавлялись монеты, то тогда для вас и станет понятна основная идея этой метафоры, что так как монета выплавляется в форме, то изображение на ней в точности соответствует изображению на форме.
Что ж, хорошо. Еще есть вопросы или замечания? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, тогда мы перейдем с вами ко второму вопросу. И если вы помните, он заключается в следующем. Каким бы ни был этот образ, что произошло с ним во время грехопадения? И так как мы с вами обозначили несколько отдельных аспектов образа Божьего, то мы должны с вами обсудить каждый из этих аспектов и посмотреть, что же изменилось в момент грехопадения. Что касается рационального аспекта, то он сохранился. Когда человек согрешил, сначала Адам, а потом и все остальные люди, то человек не лишился своего рассудка. Человек все еще способен мыслить, рассуждать. Но, конечно, способность мыслить испорчена грехом. Мы приходим к заключению, что не всегда мы все знаем правильно, и не все наши выводы верны, особенно что касается знания о Боге. И что касается других вещей, мы также не все знаем правильно. Что касается нравственного или морального аспекта, то после грехопадения человек остался нравственным существом, но, к сожалению, нравственный аспект исказился. И если раньше в человеке была склонность делать то, что праведно, то вот после грехопадения, если человек не искуплен Христом, не возрожден им, то в нем господствует склонность делать то, что неправедно. И вот когда речь заходит о духовном аспекте, то представляется, что этот аспект полностью утрачен. И хотя это может кого-то и шокировать, чтобы в этом убедиться, необходимо вспомнить о том, что же включает в себя духовный аспект. Это истинное познание о Боге и первородную праведность творения, что человек невиновен перед Богом. И понятно, что после грехопадения мы уже не являемся невиновными перед Богом, и у нас нет первородной склонности к праведности. Утерян ли этот аспект навсегда? Что ж, нет. В случае тех, кто обратился ко Христу и был спасен. Вот первородная праведность творения, вот это утеряно навсегда. И человек, когда он принимает Иисуса Христа в свою жизнь, продолжает совершать грехи. Обращение не означает безгрешную жизнь. Просто Бог прощает нас и не вменяет нам наши грехи. Но мы все еще не имеем этой первородной праведности. И Писание говорит нам о том, что Бог меняет нашу природу, делает ее новой. И мы это подробно рассмотрим, когда будем изучать доктрину греха. И вот тогда у нас появляется склонность делать то, что правильно. Но, к сожалению, когда в нас появляется новая природа, сотворенная Богом, это не означает, что наша ветхая природа, греховная природа, перестает существовать и перестает склонять нас к тому, что есть зло. И в результате в жизни христианина происходит то, что описано в послании к Римлянам в 7 главе, в которой апостол Павел пишет, что желание доброго есть в нем, что он стремится поступать правильно, поступает так, как Бог хочет, но в своих членах он обнаруживает другие желания, желания, которые склоняют его к непослушанию. И хотя он желает быть послушным Христу, тем не менее он обнаруживает, что совершает дела, которые он знает нечестивы. И вот эта война между этими двумя природами идет постоянно. И в какой-то момент в 7 главе апостол Павел восклицает и говорит о том, насколько ему тяжело. И, к счастью, он не заканчивает на минорной ноте. Он заканчивает так: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом,
Господом нашим, потому что во Христе одержана победа. И об этом же апостол Павел пишет в 6 главе послания к римлянам. И он пишет о том, что прежде чем люди обращаются к Иисусу Христу, они являются рабами греха. И все, что они способны делать, это грешить. Но затем, когда они обращаются к Иисусу Христу, они уже больше не являются рабами греха. Это не означает, что искупленный человек не может согрешить, но он уже не находится в рабстве. Потому что до того, как человек обращается ко Христу и встречается с искушениями, то ситуация практически безнадежна. Грех имеет над ним силу, и он не способен бороться и одерживать победу. И вот апостол Павел пишет о том, в 6 главе послания к римлянам, что теперь, после того, как люди приняли Иисуса Христа, они уже не связаны грехом, не рабы греха. И когда они встречаются с искушением, то они могут выстоять. И апостол Павел призывает верующих: «Противостаньте силой Христа, и вы можете противостоять». И далее, чтобы энтузиазм верующих не был чрезмерным, чтобы верующие не думали, что теперь все будет просто, Павел продолжает и пишет 7 главу, пишет о том, как все непросто, потому что ветхая греховная природа все еще присутствует в нас, несмотря на то, что уже есть новая природа, и идет духовная война. Что ж, хорошо. Во всяком случае, часть духовного аспекта образа Божьего может быть возвращена через обретение спасения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.